Трехнедельный курс обучения по тактике ведения боя и медподготовки завершили почти 200 бойцов отряда «Тигр». По итогам курсов им присвоили воинскую специальность «Стрелок». Вручая свидетельство об окончании обучения, а также береты и тельняшки, глава региона отметил высокую значимость батальона «Тигр» в зоне военного конфликта. Он войдет в состав 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОВ. Вольетесь в доблестный отряд «Тигр», который себя уже зарекомендовал положительно. Вам помогут те ваши друзья, те земляки, которые там на протяжении 3 месяцев ведут боевые действия, как нужно влиться в боевую ситуацию, что нужно делать, значит, на что нужно обращать внимание. Безусловно, мы со своей стороны будем продолжать вас поддерживать. Также Олег Ожемяка подчеркнул, что Приморский край продолжит поддерживать бойцов обмундированием и специальным оборудованием. Анна Дьякова, новости на 8.